У нас есть стадион. Он находится в очень живописном месте. Но ему 70 лет, Вячеслав Викторович. Почетный возраст местного стадиона – одна из главных проблем Балтая. Неравнодушные жители рассказывают о ней Вячеславу Володину. Он приехал в район с рабочим визитом и желанием узнать, с какими трудностями сталкивается местное население. Люди давно жаловались спикеру в социальных сетях на нехватку дорог, тротуаров и спортивной инфраструктуры. Ну, район, полноценный район, но ничего нет. С представителями спортивной общественности Вячеслав Володин встретился и на том самом старом Балтайском стадионе. По словам тренера местной детско-юношеской школы, пустым поле здесь бывает редко. Тренируются и профессиональные спортсмены, и любители. Но условия оставляют желать лучшего. Специфика работы получается какая? Что мы здесь играем, мы здесь тренируем девочек. Выезжаем в Саратов, а уже они на искусственном поле играть не могут, понимаете? Потому что они здесь привыкли уже. Здесь скотчки, так и, ну, видите, как система здесь. Мы сами его, конечно, поддержим, как можем. По инициативе Вячеслава Володина в этом году на стадионе начнется реконструкция. По сути, это будет уже совершенно новый, современный спортивный комплекс. Здесь появится освещение, ограждение, новое покрытие и дополнительное оборудование для занятий на свежем воздухе. Если мы здесь стадион построим, он должен быть для всего поселка, для района. Причем мы сделаем его освещаемым. И круглогодичный, поэтому вы уже, понимая, что у вас сюда будет приходить больше людей, ну, готовьтесь к этому. Капитальный ремонт в ближайшее время запланирован и в местной школе. Приведут в порядок само здание и построят пешеходную дорожку, которая соединит его с центром Балтая. О ветхом состоянии объектов спикеру также рассказали жители. Вячеслав Володин предложил активистам составить план развития района на ближайшие 3 года и начать благоустройство с первоочередных проблем. Жанна Марченко, Олег Буланов, Саратов, 24.